5 октября новый терминал Ереванского международного аэропорта «Звартноц» принял своих первых пассажиров. Более простая по сравнению с другими аэропортами новая схема теперь уже позволяет пассажирам, пройдя по прямой линии, дойти до автостоянки. Первых пассажиров торжественно встретили сотрудники аэропорта. В сравнении с другими странами, я вам сразу скажу, на уровне международного стандарта, плюс наша культура, плюс наши все сообщения и сервисы. Очень красивый терминал с современным дизайном, ничем не отличающийся от аэропортов европейских стран. Очень довольна обслуживанием. Нет больше прежней давки, все на своих местах, и все проходит очень спокойно. О стране впечатление первое, как они пролетают. Это самолет и аэропорт. Аэропорт у нас сегодня очень хороший. По многим вопросам он лучше многих, которых мы знаем, потому что он удобный. А вот отсюда до машины 20 метров, в то время как многие аэропорты надо ходить там километр, пока дойдешь до машины. Очень все удобно, компактно и достаточно современно. Мои впечатления были первые, что не зря мы так долго ждали, дождались того, что хотели. Рейсы Армавир зависят от того, насколько народ способен, во-первых, способен для того, чтобы улетать, прилетать, отдыхать и так далее. Встречают дочку с Киева. Очень рады, что сделали этот прекрасный такой аэропорт. Вообще Армения отличалась своей архитектурой. Но и в эти времена тоже новые. Она у нас поражает и удивляет все время. Она не знает, что она приедет в этот новый, совершенно такой аэропорт красивый. Она будет очень удивлена и будет очень рада такому гостеприимству армянскому своего народа. Новый терминал аэропорта соответствует международным стандартам. Площадь нового комплекса составляет 34 тысячи квадратных метров, который включает в себя автостоянку площадью 20 тысяч квадратных метров, современные залы прибытия и отбытия пассажиров, VIP-залы, имеет 46 регистрационных пунктов. Кроме этого, как пассажиры, так и встречающие могут здесь воспользоваться банковскими услугами и услугами почты. Здесь также представлены брендовые компании, где цены на товар намного ниже, чем в тех же магазинах в Ереване. В новом терминале предусмотрена также комната матери и ребенка, оснащенная пеленальным столиком для грудных детей. На сегодняшний день аэропорт обслуживает ежегодно 1 100 000 пассажиров. С открытием нового терминала он будет иметь возможность обслужить 3,5 миллиона пассажиров.